Израильская песня «Рефана» стала международной молитвой за выздоровление больных коронавирусом. 2 месяца назад ее написал 30-летний боевой офицер запаса спецназа ВМС Цахала Яир Леви. Первой исполнительницей этого музыкального произведения стала певица Шай Сол, которая прославилась на весь мир пением псалмов. В песне используются слова молитвы, обращенные ко Всевышнему еврейским лидерам и пророкам Моше Рабейну. Она переведена на 8 языков и исполнена в более чем 100 версиях. Видеоролики с разных континентов набрали сотни тысяч просмотров и перепостов.